Организация Morality in Media, нравственность СМИ, призывает выразить общенародный протест телеканалу OWN Network Опры Уинфри, ссылаясь на то, что на канале прославляется сексуальное насилие и изображаются сцены сексуальных извращений. Премьера сезона программы Лизы Линк «Наша Америка» на канале OWN Network красочно показала тип сексуальных отношений, основанных на подчинении в часовом телешоу, наполненном хлыстами, цепями, наручниками и другими инструментами сексуальных извращений. Сегодняшняя порнография наполнена сексуальным насилием и унижением женщин. Поэтому нет ничего удивительного, что изображение сексуальных извращений найдет своего зрителя. Однако организация Morality in Media считает, что все женщины, дети и мужчины имеют естественное человеческое достоинство, а подобные программы портят здоровые взаимоотношения и деформируют взгляд на сексуальных человека, говорит Дон Хокинс, исполнительный директор организации Morality in Media. Организация призывает общественность связаться с каналом OWN Network, чтобы выразить протест против прославления сексуального насилия и извращения, и призвать канал вернуть вдохновляющие и поднимающие настроение программы, которые прежде всего ждут от Опры.